Надежная техника и современные технологии – залог восполнения ресурсной базы России. Геологический холдинг «Росгеология» выпускает качественное сейсморазведочное оборудование. Флагман на рынке вибрационных источников сейсмосигналов – «Русич СВ-30-150Б». Технические характеристики. Возбудитель вибрации усилием 30 тонн. Опорная плита повышенной жесткости. Шасси оригинальной конструкции с шарнирно-сочлененной рамой. Автоматическое управление и контроль работы двигателя и трансмиссии с отображением рабочих параметров на мониторе в кабине. Встроенная система GPS. Видеоконтроль работы возбудителя вибрации и движения задним ходом. Возможность работы с системами управления различных типов. Широкие возможности формирования свип-сигналов. Рабочий диапазон. Зон температур от минус 40 до плюс 40 градусов по Цельсию – все это делает «Русич» самым мощным и эффективным из линейки отечественных колесных вибраторов. «Русич» успешно зарекомендовал себя и в северных широтах России, и на севере Норвегии, и в экваториальной Индонезии. Шарнирно-сочлененные шасси типа «Багги» и различные типы шин делают вибрационный источник незаменимым в условиях бездорожья, заболоченной, заснеженной или песчаной местности. Все выпускаемые вибрационные и импульсные источники сертифицированы госстандартом Российской Федерации. «Росгеология». Мы нашли оптимальный баланс качества, надежности и цены в производимом оборудовании. «Росгеология». Эффективность недр.